Она написала. Поставила точку. Отложила ручку. Она ей больше не будет нужна. Из открытого окна вдохнула порывом ветра. Был день, но не было света. Только серость одна. А для ее души мир был словно ложа прокруса. И впереди было пусто. И было нечем дышать. Шаг с балкона. В эйфории полета. Такова была ее последняя нота. Об этом писали в известном журнале. Они не стали печатать имя, только инициалы. Я не знаю, как ее звали, но знаю, как это было. Я тоже бывал на этой грани беспредельной боли. Когда быть дальше не хватает воли. И драматург отмерил так мало слов в твоей роли. Словно видеоролик. Такой короткий, такой нечеткий. Щетки сметают пыль. И ты уже то ли сказка, то ли пыль, то ли был, то ли не был. Небо к себе манило взглядом теплым. Тянуло в дорогу вверх по горам, босиком побитым стеклом. Тропа промокла от крови ран, когда ее глаза устали и стали видеть в небесах. Один большой оптический обман, подальше от обмана. На чистый воздух из тумана, с балкона как с трамплина туда, где тебя ждет нирвана. Курт Кобейн, не он первый, не он последний, хлопнул этой дверью в конце дороги. Утро в фиолете. После них не спится до утра. В лунном свете из окна. Это будет после, а пока свет Романского вырывает из мест в контексте всех вместе застывших на месте. Так оно и есть. Он не любит их путь. Но как тут сочинять свои? И он не хочет пьянеть. Но слишком больно оставаться трезвым и режет словно лезвие. Вместо вечного света звезд, мигание лучей, в котором невозможно вглядеться. Где эти лица, где рожи? Боже! Неужели тоже из их породы тачи? Именем начинаются все пароли. Она не в курсе, что она его муза. Для нее это всего лишь обуза. Ей больше по вкусу другие роли, и это тоже источник боли. Как кристаллы соли, как цифры потери с фронтовых сводов. Голосов так тонут, и вот-вот он будет оборван. И крик во все горло, но он тонет в потоке из колонок. Мастер тусовок не жалеет чужих ушей. Диджей, служитель диско-культа, колдует у культа, да. И тот хотел бы быть на месте этого диджея. Ведь, быть может, в этом тоже есть какая-то своя анестезия. 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 На бумагу выливались строки. Мой стол был весь в чем-то мокром, жидком, чем-то темном, липком. Я думал, это всего лишь кофе. Ветер сходил с ума, шелестела листва. Я искал слова, слова, что выводят прямо на свет, который в силах отвести мрак, от чего-то спасти кого-то. Это луна, это звезды, глаза на фото. Увы, всего лишь на фото. Вдохновляли на рифки, ваяния, токсина, прозы. После экспериментов на себе и точного расчета дозы разливал по флаконам мое словесное лекарство. Оно должно работать, я гарантирую качество. Для тех, кто хочет видеть свет в конце туннеля невооруженным глазом. Для тех, чей разум не хочет быть интоксицированным угарным газом. Для тех, у кого своя колея, мои рифмы, мой бит, мои слова, моя анестезия, анестезия.